Когда-то непобедимая военная машина Гитлера теперь отступала. Союзники на Западе и Россия на Востоке сжимали в стальные клещи потрепанные остатки армии Рейха. Последняя надежда Германии возлагала на оружие возмездия. Ракета Фау-2. Такого оружия мир еще не видел. Это был огромный скачок в истории военной техники. Непилотируемые снаряды, летящие со сверхзвуковой скоростью, разили без предупреждения. В отчаянной попытке повернуть ход истории вспять, нацисты выпустили более 3000 ракет. Эти ужасные снаряды ударили по Антверпену, Парижу и Лондону. После высадки десанта союзников в Нормандии пусковые установки были захвачены, и Англия оказалась вне досягаемости. Однако союзники готовились к будущему, к следующей войне. В ходе сверхсекретной операции «Скрепка» американцы вывезли в США лучших ученых-ракетчиков Германии. Многие из создателей проекта Фау-2 уже были эвакуированы, но не все. Берлин, окруженный советскими войсками, сдавался квартал за кварталом, и до полного поражения оставалось лишь несколько дней, после чего ученые, не успевшие эвакуироваться, попадут в руки русских. Я должен был этому помешать. Генерал-майор Ганс фон Айзенберг тайно договаривался о безопасном коридоре для своей команды. Пятерых руководителей программы Фау-2. Он встретился со своим русским связным у Бранденбургских ворот. Это был мой единственный шанс уничтожить его, прежде чем он сможет заключить сделку. Я был готов, собран и уверен в себе. Я еще не подозревал, что это задание станет самым сложным из всех, за которые я брался. Sind verboten. Wenigstens keine Flächennachrichten, oder? Keine Nachrichten, das ist alles. Ich werde nicht nachher. Was war das? Фон Айзенберг был пунктуален и даже не подумал спрятать свою мерзкую рожу. Впрочем, как и русский связной.
Они были как на ладони. Одно нажатие на курок, и прощай, генерал-майор. Мне нужно было лишь выбрать подходящий момент. Площадь была окружена зданиями, так что о ветре можно было не беспокоиться. Мне нужно было взять чуть выше, чтобы учесть нисходящую траекторию пули. Я задержал дыхание, чтобы прицелиться, а затем... Огонь. Deutschland. Ihr solltet dankbar dafür sein, kämpfen zu dürfen. Du bist schon
фон Айзенбергом было покончено. Но я понимал. Теперь немцы и русские знают о моем присутствии. Оставалось еще четверо.